Славянский район очень богат на водные ресурсы. Здесь протекают полноводные реки Кубань и Протока. Есть целые системы каналов и лиманов, различные пруды, а также побережье Азовского моря. Использование этого богатства дает возможность развивать любительское рыболовство. Маевские пруды хорошо известны любителям активного отдыха со всего Краснодарского края. Здесь есть 7 живописных прудов общей площадью свыше 30 гектаров. Рыболовы из Краснодара, Новороссийска, Геленджика и, конечно, славянцы приезжают сюда, чтобы посидеть с удочкой на утренней или вечерней зорьке и получить настоящее удовольствие от общения с природой. У нас все пруды зарыбленные, все пруды, чтобы люди приехали не просто заплатили деньги и ничего не поймали. Нет, все отсюда уезжают, все ловят рыбу, уезжают с удовольствием отсюда. У нас здесь и карп, и сазан, и амур, и толстолобик, и хищная рыба, сом, щука, судак. Это прекрасное место привлекает не только рыболовов, но и тех, кто хочет просто отдохнуть на природе со своей семьей или друзьями, отметить праздник или юбилей и вместе с тем не готов полностью отказаться от привычного комфорта. У нас для отдыха, для людей, которые сюда приезжают отдыхать семьями, не только рыбаки, семьями приезжают, у нас есть беседочки, у нас есть жилые помещения, где можно жить, там теплые полы, отопление, все, в общем, все сделано для того, чтобы люди отдыхали. Пожалуйста, могут приезжать люди, тут у нас есть большие беседки, которые приезжают и отмечают, тут юбилей отмечают у нас. Вот, так что к нам люди приезжают с удовольствием. На прудах отдыхают, особенно в праздничные дни, до 150 человек. Каждый желающий покупает путевку на право рыбалки и отдыха. После рыбалки дополнительно оплачивается пойманная здесь рыба. Если же вас привлекает рыбалка на широко известных кубанских лиманах, то вам стоит побывать на охотбазе Центральной. Ее знают охотники и рыбаки не только со всей Кубани, но и за ее пределами. Они получают ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что находится в самом сердце лиманов. Места здесь прекрасные, лиманы богаты разнообразной рыбой и поэтому популярны у истинных любителей. Можно выехать и проехать даже и войсковую группу лиманов, Темрюкскую зону лимана тоже можно проехать. Все. И у нас здесь большие просторы, лиманы большие, так что глубокие, рыба есть, да, ловят. Кто хочет поймать, то сюда поймает. Люди приезжают сюда на своих машинах и, как правило, имеют лодку для рыбной ловли, что обеспечивает им свободу выбора лучшего места. Если лодки нет, на охотбазе могут предоставить ее. У нас есть номера проживания. Люди проживают тоже в номерах. Лодки предоставляем грибные только. Но в основном люди приезжают все со своими лодками. Кто ездит постоянно сюда, у них всегда все свои лодки привозят. И резиновые, и пластиковые, и железные. Самое популярное время для рыболовов – весна и осень. Рыба не очень активно клюет в летний зной, да и зимой желающих испытать рыбацкое счастье не так много. И все же они есть, как сказали нам на охотбазе. Вот такие возможности для отдыха на природе есть и активно развиваются в Славянском районе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».